Но как мы его достанем? А нам еще подкрастись надо. Взлетел? А? А, ну все понял. Ну там-то можно его попробовать. Сейчас на повороте как раз диаколь. Там луку обойти диаколь. И там как раз его можно будет попробовать. Бегите, бегите. Тише, тише, тише. Есть! Снайпер! Самец. Диаколь, еще одного давайте. Я говорю, еще одного давайте, чтобы по два было. Чтобы он был. Дятел, да? А. Не, у меня сначала а? Мне показалось, как дятел-то. Да хули из-за этого жилета не пойми, слышно, он шуршит. Подумали бобразавр. А? Ну, ничего страшного. Так прямо срежем по кустам. Пчельник, да, тут? Думаю, а нет, да? Да, да, должен быть он. Или он перед озером, наоборот, сверху? Или он перед озером? Ну, озеро мы уже проплыли. Днем можно рябчиков тут подолбить, да? С этой стороны, да? А тут ему сидеть негде. А? Нет, я имею в виду, что это? Полянки нету сильно. Да я имею в виду рядом с полянкой, что это? Полянка тут, там, глубина. Углубления в лес нету сильно такого.
это уже перед Черноземьем. Вот этот бугор. Как раз от поля, от Федоровского заплываешь сюда. После заезжаешь. А, ну получается, значит, озеро там будет ниже, да? Значит, этот Черник. Ну вот это и есть Нука. Вот это. Она сюда заглублена, я ж ходил. Вот это и есть остров. А рябчик полетел, я понял. На ту сторону он сел. Дальник. Поехали. А, достанем, там кусты затоплены. Сюда заплывем в окно. А? Да он, по-моему, сел. Да вы сейчас поманите его. А? Что зря перезаряжали, что ли? Может, удача не покинет нас. На черёнку. Он же прилетел.
вон он под кустом, да. Вон он вынырнул, где Коль, по-моему. А нет, это не он. Блять, вон туда он пошел. Дальше, смотрите, на глубину. На глубину правее. Видите, вон там. Вон он, вон он. Давай, давай, давай. Сука, как выбираться-то? Дядя Коль, за кусты. Вон он вынырнул опять. Блять. Протаскивайтесь, протаскивайтесь. Вы его видите? Нет? Блять. Вы его видите? Я его вижу. Сейчас заведу. В какую сторону? Ну значит тут и лук. А? Встать можно. На берег не хочете выйти? По берегу пройтись. Он может сюда, в залы. Давайте, дядя Коль, на берег. Ну как не надо? Он сюда же заплыл. Неудобно, блядь, весла длинная. А чё не стреляли-то? Надо было ещё раз стрелять. Выходите, смотрите. Патрон он валяется. Дядя Коль, патрон вот. Тебе надо было там. А хули выгреб? Я вам по кустам грибу. Нихуя. Вам надо было стрелять уже, когда я мотор схватил. И вообще надо было вставать, когда первый раз стреляли. Вон он, да? Низко встали. Вам надо было сильнее бы захват был. Угол. Надо было сразу вам туда, к нему. Вы перезаряжать начали. Я говорю, к нему надо было. Через кусты хуярить и все. Быстрее получилось бы. Мы бы намного ближе были. Да ничего не зря он сюда пошел.
темноте по полной будет она хорошо светить. Стоя, вам не ловчей будет стоять? Да это небольшая лодка.
хрена не вижу, вот сидите по центру опять. А? В смысле, быстро плывем? Чё, потише? Ну, в смысле, или глушим? Так, смотри, чё, так это и так на лодке тоже хрен замечу. Вот так, может, где возле кустов будет. Темнеет рано еще.